Большой привет всем из Южной Карелии. Иматра опустела за два последних года, город как будто умер. Множество людей потеряли работу, офисные помещения пустуют, продукты все время дорожают, а бензин стал таким дорогим, что лучше ходить пешком, чем пользоваться автомобилем. Хотя, конечно, ходить пешком полезно. Несмотря на то, что лето в полном разгаре и людей на улицах должно быть много, у нас нет туристов. По сообщениям друзей, в Лаперанте такая же ситуация. И все мы задаемся вопросом, где наши туристы, туристы из России? Благодаря россиянам у нас была работа, мы могли развиваться, открывались новые магазины, кафе, гостевые дома. Это было золотое время, два года назад. Сейчас у нас наконец-то появилась надежда на лучшее. У нас здесь, в Иматре, проживает много русских. Я с большим удовольствием пользуюсь услугами, которые они предлагают. Мы радуемся, что жизнь понемногу налаживается. Ждем туристов из России, надеемся, что их приедет много. Я приношу свои извинения россиянам из-за той ненависти, которую высказывают мои соотечественники. И с большим сожалением наблюдаю за новостями о проявлениях русофобии. Это, конечно же, не так. Здесь не все ненавидят русских. Есть очень много людей, которые любят и хотят дружить с русскими. Что касается меня, то я нашла друзей в России. Они всегда приходят на помощь в трудную минуту и даже сейчас присылают мне гостинцы. У меня замечательный друг из России. Его зовут Федя, и он собака. Собака, несомненно, друг человека. Я очень жду, когда же и я смогу отправиться по ту сторону границы. Жду с нетерпением встречи с друзьями, которых не видела почти 3 года. Спасибо Господу, что мы могли общаться хотя бы на удаленке. Я думаю, что расплачусь от радости при встрече. Возможно, по этому поводу устроим большой праздник. От своего имени и от имени жителей Южной Карелии хочу сказать вам: добро пожаловать в Финляндию!